Приветствую всех на канале Есть Поесть и делюсь рецептом пирога со 100% результатом. Делается примитивно, но при этом получается очень вкусным, рассыпчатым, насыщенным ягодным вкусом. Я буду выпекать его в мультиварке, но, конечно же, можно воспользоваться и духовкой. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Для начала манную крупу залью кефиром комнатной температуры. Если берете из холодильника, слегка подогрейте в микроволновке. Все хорошенько размешаю и пока отставлю в сторону. К яйцам комнатной температуры добавляю сахар, немного соли, ванильный сахар и взобью миксером до растворения сахара 2-3 минуты. Добавляю растительное масло без запаха и манную крупу с кефиром. Обратите внимание, что долго она у меня не набухала, то есть то время, пока взбивались яйца. Размешаю на средних оборотах миксера. Долго это делать не нужно. Затем добавляю муку уже с разрыхлителем и также недолго размешаю на средних оборотах. Выливаю примерно третью часть теста в чашу мультиварки, смазанную маслом. Разравниваю и выкладываю сверху ягоды. Подойдут абсолютно любые ягоды или фрукты, нарезанные кусочками, причем как замороженные, так и свежие. Я сегодня использую черную смородину. Выливаю сверху еще часть теста, разравниваю, опять немного ягод и затягиваю оставшимся тестом. Ягодки нужно немного утопить, так как эта верхняя часть затем будет нижней частью пирога. Друзья, смотрите на моем канале рецепты и других не менее вкусных и простых летних пирогов. Отправляю чашу в мультиварку. У меня по умолчанию выпечка 50 минут, а вы ориентируйтесь по своей мультиварке. Готовому пирогу даю остыть, пройдусь по краям лопаткой и извлекаю пирог. Ставлю его, как я уже и говорила, кверху дном. Украшаю ягодами, сахарной пудрой и веточкой мелиссы. Пирог получается в меру сладким, очень вкусным, и посмотрите, какая у него структура. Он рассыпчатый, пористый, похожий на губку. Вкуса манной крупы совершенно не чувствуется, она лишь придает структуру. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.